Давай тест-драйв, УАЗик. ГТБ на УАЗишу на рыбалке, ебать. Решили поиграть в боулинг. Бом-бом-бом-бом-бом-бом! Бля, что там сзади упало. Полтора через пиво летают. Павел, как ваше самочувствие после таких действий? Бля, да ну нахуй! Паха, души! Паха, души! Пиздец! Ёбаный долбоёбы, бля! Ты как? Блять! Охуеть, ебать! Мы перевернулись! Упала на ногу. Короче, это нахуй последствия тюков ебаных. Чё, пацаны, заебись, ебать? Не очень. Не очень, нахуй? Блять, ну нахуй. Я ебал, мне ногу раздавило, я вам отвечаю. Перевернулись, короче, мы на Патрике, нахуй. Там что-то выливается. Поиграли, блядь. По сочняку, нахуй, переворачивать его. С тюками в боулинг. Слышь, а лебедку цеплять-то нет? Да лебедку не за что, мы ее пизда, сейчас тюками перевернем, я тебе говорю. Перевернем, перевернем. Пак, ты заглушил сразу? Да, лобовое как встало. Да пизда, пацаны. Да там что-то течет, надо это. Да хули ты охуел, на боку лежит, ебать, там масло, фриз, все вытекает, ебать. Капот на фугон, на все. Вот он, злоебучий, нахуй. Тюк. Ну это пизда вообще. Паха, это уже понты. Мы его не перевернем руками. Ну, не, пытаемся. Пацаны, да вы че, нахуй. Ладно, глуши, веду. Все, давайте. До следующих встреч.